Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и это игруха Battle of Titans. Очень напоминает War Robots, только поинтересней, на мой взгляд, более живая какая-то и реалистичная графика. Все сделано на движке Unreal Engine 4, значит, у нас есть несколько роботов, несколько титанов, которыми мы будем сражаться против соперников. Есть летающие какие-то титаны, есть еще... по-моему, танки, то есть с высокой броней, но менее подвижные. Вот давайте мы как-нибудь ускоримся, так, и побежали. Вроде как бы быстрее начал двигаться, но на самом деле все равно как черепаха. Так, давай, сейчас обойдем и обойдем. Это у нас пустыня. Мне, конечно, понравилась больше зимняя карта. Ссылку на игру оставлю в описании. Кстати, это от русских разработчиков. Не знаю, игруха еще поддерживается или нет, но, как вы видите, народ еще играет. Так, давай, вот, блин, че ж ты? Урон, урон, а. О, попал, попал. Еще урон, еще урон. Не-не-не-не-не, давай перезаряжайся, чувак. Это я лишнего. Сейчас он здесь у нас выйдет, и мы его расфигачим. Из всего оружия. Отлично, одного завалили. О, тихо. Далеко там он стоит и фигачит. Давай ускоримся. Блин, мне... А, я думал, мне левую пушку повредили. Ё-моё, блин, шквал огня. Вау! Понятно, что замедленный урон. Ё-моё, меня сейчас завалят просто. Видите, какой шквал. Жесть. Есть у нас вот здесь вот другие титаны. Давайте возьмем маленького титанчика. Он должен быть пошустрее. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Музыки никакой здесь нету, но она, в принципе, и не нужна в матче. Во, вот. Это другое дело. Чё ты можешь прыгать? Вау, прикольно. Но... через какое-то время снова восстанавливается. Так, ну давайте попробуем победить этих застранцев. Кто-то сверху, кто-то снизу. Короче, здесь в зависимости от титана вы выбираете позицию. Эпичные сражения. Такой, знаете, прям цыпленок. Бежит так аккуратненько. Посмотрим, что у него за пушки здесь. Визуально мне очень понравилась игруха. Если с теми же... О, давай, 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 фигачим, 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 фигачим его. О! И второго тоже зафигачим. О, тихо, 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 блин. Вы чё, малыша моего? Расфигачили жестко. Так, короче, остался последний у меня. Титан. Не знаю, как что у нас получится. Здесь, короче, на карту сбрасывается сразу три титана. Ну, не сразу прям три, а по порядку. То есть у вас как бы три жизни на эту карту. Блин, пацаны, сейчас я к вам прибегу. Давай, шустрее, шустрее. А то наших там расфигачит сейчас. Так, сзади никого нет. Все. Замедлился я. Надо где-нибудь сбоку обойти, я думаю, и расфигачить их всех. Потому что вот он здесь проходит. Ну, эпичненько, эпичненько, да? Не знаю, мне очень понравилось. По графике она, и сразу же захотелось скачать. Давай, 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 красавчик! Надеюсь, это я его завалил. Вон там еще ползает. Шквал просто из миниганов. Вот так вот. Есть еще ракета, но это спец. Типа. Вот кто-то там сзади, что ли? Ага, прыгают, прыгают, твари. Давай, давай, шустрее. Блин, все, что ли? Давай, ускоряемся, ускоряемся. Двигаемся на их базу. Сейчас будем одного за другим. Вот вы видели, сколько ракет там от него летит? Ага, вот и где. Сдохни. Вы видите, он ползет прям как Кинг-Конг на этот Empire State Building.
Давай, давай, давай. О, черт, блин, их тут двое. Ё-моё. А, черта с два, блин, завалили. Ну, я надеюсь, наши сейчас все-таки как-нибудь победят. Блин, три титана всего лишь, к сожалению. Нет, они вон еще дальше воюют. Блин, я бы хотел посмотреть вообще, что происходит. Почему нельзя посмотреть? А? А? Скажите мне. Ну, смотрите, у нас счет как бы 26-13. Следовательно, в нашу пользу, и я думаю, что сейчас мы победим. Ага, еще последний, наверное, титан он спустился. Сейчас наши парни его зафигачат. Звуков никаких нет. Вот хотя бы музыка какая-нибудь играла, было бы как-то поинтереснее и не скучно. Напишите свое мнение по поводу этой игры в комментариях. Будет интересно почитать. Может быть, вы уже давно в курсе об этой игре, но я вот до нее дошел только сейчас. Чисто случайно вот увидел обзор. Итак, все, победа. Красотища, покинуть матч. В последнем матче вы одержали победу, очки 430, награда 33716. Можно получить премиум, я буду получать больше наград, но мне, пожалуй, это не нужно. Так, давайте еще какую-нибудь катку, все позже, короче, нажму. И посмотрим, что у нас тут имеется. Друзья, друзей нет у меня, грустно. Ну ладно. Отправимся еще разок, может быть, сейчас как раз будет зимняя карта. Она мне очень прям зашла, я до этого еще запускал игруху. Ждать иногда приходится очень долго, потому что мало, видать, игроков осталось. Сейчас вот у нас 6 игроков, с той стороны, наверное, по 3. Давайте посмотрим. Без звуков практически все вот падение. Давай, давай, чувак, туда. Офигеть. Возможно, подключаются боты остальные. Вот она. Прям как будто, знаете, я в Звездные войны попал. Все-таки Unreal Engine 4 классная штука. Нати, нати. Не знаю, долетают или не долетают. Давай, чувак, ускорься как-нибудь. Да что ж ты стоишь-то? Так, надо обойти, я думаю. Медленно и тяжко ему. Ну, правильно, тут сугробы вон какие. Понял, понял, братан, сейчас я посторонюсь, не переживай. Обойдешь ты меня. Воу! Откуда это мне прилетело? Так, у нас там борьба идет. Ну, ладно. Давай пошустрее, давай, 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 еще быстрее, иди. Так. Я, пожалуй, обойду с этой стороны, мне кажется, там реально кто-то есть. Да, и там реально кто-то есть. Покажись, завалил, красавчик, все. Ага, вижу, вижу, вижу. Завалил меня. Завалили или не завалили? Так, сзади нас, чувак. Давай прицелимся. Он еще и прыгает. Он летает, скотина такая. Я понял, у меня корпус поврежден. Короче, лови. Я надеюсь, она туда, куда надо, упадет. О, черта с два. Давай шустрее. В укрытие, в укрытие. Отлично. Да, блин, а как бы мне вот... Во-во-во-во-во-во-во. Тише, 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 блин. Прям нападают нехило. Не по-детски. Ага, вижу, один еще новенький упал. Давай, 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 я вроде... Да ты ж сдохнуть-то как? Как насчет того, чтобы умереть, а? Во-во-во-во-во! Покиньте борт. Вот я и покинул борт. Так, давайте малыша возьмем. Я думаю, он меня не разочарует. Он хотя бы пошустрее прыгать умеет.
Давай, давай, дружище. Чпок, чпок. Его шаги просто музыка, блин. Воу. Не, ну вот эти прыжки особо ничего не дают, к сожалению. Но забавно двигается. Так, 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 так. Здесь мы сможем пройти? Мы здесь не сможем пройти. В обход, в обход. Сейчас мы подадим жара. Сзади никого нету? Отлично. Сейчас мы их обрадуем своим присутствием. Блин, как приходится долго-то обходить. Счет пока что в нашу пользу. 16-8. Отлично. Правый, правый. Давай, давай, завалим его. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты слишком долго умираешь, мужик. Давай, перезаряжайся. Да блин, он вообще погибать-то будет? Офигеть, вообще какой-то прям танк неубиваемый. Отлично, завалился. Так, так. Сзади у нас никого нет, отлично. Значит, за следующим идем. Цыпленок вообще красавчик. Шлеп, шлеп, шлеп. Так. Опа. Ну ты серьезный тип. Давай, давай, перезаряжайся. Вау. Серьезно, серьезно. Вау. Отлично. Завалили. Кто там у нас еще идет? Воу-воу-воу-воу-воу! Так, а что у нас за спецоружие, мне интересно? Покажись, тварюга. Вон он! Давай-давай, фигач-фигач-фигач его! Почти-почти, давай-давай! Тихо-тихо-тихо-тихо! Давай, битва не на жизнь, а на смерть. Я вообще куда-то провалился в текстуру, что ли? Нет. Я еще живой, все нормально. Да не стреляй, куда ты? Мы еще пока живы. Так, ладно. Наша взяла. Да что ж ты прыгать-то разучился? Все? Завалили, нет? Вот как они так забираются, а? Мне интересно. Я не могу так за... А, нет, могу. Просто очень медленно у меня почему-то это получается. Я хочу туда, наверх. Не хочет он меня пускать. Ух ты, здоровяк какой. Так, у нас один перец, что ли, остался? Или не один? Все, мы победили, что ли? Пацаны, красота. Так, ну мой титан что-то совсем все плохо. 594 урона нанес, а остальные, конечно, молодцы. Блин, реально игруха крутая, хочу сказать. Мне прям зашла. 75 тысяч мы получили, неплохо. Можно будет приобрести какого-нибудь титана еще, но там вроде бы 650. Вот, да, 650 тысяч. Далее 1 500 000, это просто какой-то, я не знаю, танк, корабль, но это реально здоровый. Так, ты у нас... А, ты у меня уже есть в отряде. А, у нас еще и места недостаточно. И это грустно. 1500 вот такая штука стоит. То есть это только за бабки, только за донат доступно. Ну, прикольно, прикольно.
Дороговато за такого титана. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Кого заинтересовала игруха, вы можете найти в описании ссылки, скачивайте. Постараюсь разместить на обе платформы ссылки, поэтому скачивайте, кому игруха зашла. Не знаю только вот, поддерживается она или не поддерживается. А на этом все, с вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал и делитесь видео с друзьями. Всем пока!